Да, так вы второй раз уже в этом отеле, да? Здесь богатыри мы, да, уже второй раз. Но мы сюда приезжаем в богатырь именно не на пляжный отдых. То есть, когда у нас пляжный отдых, мы выбираем отели, вот я вам рассказывала, вот с территории пляжа. И здесь отдыхаем с детьми, Ларис, правда. За 10 лет нашего замужества, мы с мужем уже 16 лет вместе, но женаты мы 10 лет. Вот за 10 лет, как у нас появился первый ребенок, мы выехали отдыхать вдвоем один раз на 4 дня в Барселону. И то перед этим мы съездили на Майорку со старшим сыном, еще младшего не было. А только потом позволили себе съездить. Так у вас двое детей? Да, вот уже сколько? Два мальчика. Старшему 8 лет, младшему 2 года. Вы такая молоденькая. Спасибо. Стараемся. Вот. А так вот смотрите, вот сейчас мы приехали сюда с семьей, мы наоборот, у нас папа полицейский, мы ждем дни, выходные, чтобы побыть всем вместе, вчетвером, для нас.